Мамуле, папуле, аккуратно маленькие делите мели. Они за начало, потом вы. У нас были очень много... Едем на таком пиратском корабле плавать в открытое море. Называется этот корабль... Не знаю. Сегодня у нас будет фантастическая прогулка. На огромной яхте. Снимай, снимай. Да, да.
Так, здесь у нас барная стойка, пепсиколу, пиво раздают и все прочее. Пошли на третий этаж, поднимем. Ой, извините, чужого прихватила. Королюся, бабушка не смотрит, мальчика чуть не взяла вместо вас. Поднимаемся на третий этаж. Что здесь у нас? Пошли прогуляемся, ничего. Там еще четвертый этаж есть. Тут красивые диванчики. Камил. Так, что здесь? Видео. Так. Здесь, я так поняла, будут нас кормить. Что здесь? Так, это вид со второго этажа. Так, здесь мы пошли на четвертый этаж подниматься. Верхняя палуба. Здесь солнечные ванны принимают. Никакой защиты от солнца нет. Пошли с четвертого этажа посмотрим. Вам нравится здесь, девочки? Да. Ну и классно. Я надеюсь, вы хорошо проведете время. Это пластмасса. Ну да. А я думала, это спасательные круги. А ты забыла, мы на Кипре на таком плавали? Нам кидали. Ты уже забыла, маленькая была. 5 лет тебе? Да, 5 было. Вот. 4 было. Нет, 5. Мама говорила. 4 ты в Египте была, Камиль. А это на Кипре. Вот это вид у нас получается с 4 этажа. А что здесь вот это? Заходит туда на край мостика. И вот так, смотри. Так, ну... Все. И падает. Тут сильно жарко, пошлите на низ. Пока загорать мы не собираемся. Пошли, Камил. Мы на другой этаж пойдем. На другой, на второй пойдем, да? Где мама сидит? Они твердые, Камилочка, эти круги. Так, это у нас первый этаж. Шикарные диванчики. Обалденно. И тут так холодно, да, Каролин? Прямо кондиционеры сильно-сильно работают. Стол, смотри, семейный. Шикарный. А ну, садись. Посиди в кресле, в красивом. А ну, садись. Как класс. Да, сиди, сиди. Ой, какая ты красивая. А ну, да, бабушка. Так, сейчас я тебя сфотографирую. Пошли дальше, снимем же в первый этаж. Пройдемся по всему. Вот какие зигзагом красивые диванчики. Столы круглые. Это котик у нас. Она захотела котика, да? А ну дай, бабушка. Ай, мяу, котик. Так, да, здесь прохладно, будут кормить. Я думала там, а тут, оказывается, тарелочки, барчик. Так, пошли. Ты мурлыка маленькая. Так, а там вход в туалет, там тоже очень красиво, зеркала большие. Но мы уже не пойдем, да, туда мы были? Пошли. Ты мурмяу? Так, здесь хочешь пиво попей, хочешь водички. Все. Это спасательные круги. Плавать будете. Кто не поднимает руки, то отбивает телефон. Как хотите. Руки вверх, все, 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 ребята. Третья палуба. Приготовились, будем прыгать под мостку. Вы готовы? Вы готовы? Руки вверх! И поехали!
собрались? Да! Как настроение? Хорошее? Да! Теперь можно знакомиться, да? Хорошо, ребят, немножко информации о нашем корабле и нашем боевом составе. Итак, мы начнем с главного человека нашего корабля. Как вы думаете, кто это? Правильно, ребят, давайте хорошенько задобрим нашего капитана. Вы же хотите сегодня вернуться обратно в порт, правильно? Идите сюда, мы с тобой вам познакомимся. Ребят, также сегодня с вами работает человек на строении нашего корабля. Как вы думаете, кто это? Опять капитан. Кто-то сказал правильно, громче говорите, ребята. Правильно! И для вас сегодня играет один из самых известных диджеев Алании, диджей Жигу! Ого, дорогие мои, это сыновато и маловато. Если... Другие команды не делаем, понятно? Готовы? Игра на выход, Кола. Фанта. Кто присел, выходим. Фанта, ручки вниз. Ребят, кто присел? Ладно, я буду считать, что я тебя не заметил, но я люблю честных пиратов. Это на будущее. Итак, поехали. Кола. Фанта. Спрайт. Фанта. Кто ручки поднял, ребята, выходим. Раз, пират. Белая маечка. Да. Кто поднял ручки на фанту, выходим. Папа, мама, вы сейчас, я мама, иди сюда. Три. Кола. Фанта. Пират попался без маечки. Ручки поднял на смотри. Кола. Спрайт. Фанта. Спрайт. Вдвоем ручки подняли, проходим, ребята. Желтые шортики тоже так. Пиво! Там обитают настоящие тюлени. Смотрите, вон туда. Видите тюленей? Как нет? Смотрите, кто-то купается, кто-то на лежаке лежит. Есть маленькие, есть большие тюлени. Видите, да? Я шучу. Ребят, пляж Клеопатры известен тем, что здесь когда-то давно жил Юлий Цезарь. И он был влюблен в Клеопатру. Но Клеопатра жила в Египте. И однажды, когда Юлий Цезарь пригласил Клеопатру к себе в гости, Клеопатра сказала: «Я на чужую землю не ногой». И тогда, чтобы доказать свою любовь, Юлий Цезарь прямо из Египта завез на пляже песочек, беленькие чистики, да, и усыпал весь пляж белым египетским песком. Но Клеопатра так к нему и не приехала. Вот такие вот обломы бывают в жизни, да? Вот, ребят, сейчас у нас будет стояночка на купание. Пока мы с вами... Девчонки мои нарядились купаться. Иди спускайтесь тут. Камила, ты с мостика пойдешь прыгать? А что там бояться? Иди. Ну давай, залезь тут, окунись. Вайда, красивучая здесь. Я не слышу. Да ладно, давай. Окунись и все, нормально. Да, не то, что на берегу водичка там прозрачная, но не такая голубая. Девчонки мои, плывут. Корабль как у нас стоит. Спасательная лодочка тут. С мостика иди. Выходи и прыгай с мостика.
плавать. Мама, меня так нет. Я. Я. А что это с аплодисменты. Молодцы, размялись. Ну что, настроение хорошее? Ребят, при хорошем настроении хочется устроить бунт на корабле. Устроим бунт? Не слышно. Вот это обгоняет, да? Безобразие. Так, ребят, на самом деле бунт, да, это когда происходит что-то непонятное, все бегают, кричат, шумят, не слушаются, да? Устроим бунт на корабле? Итак, делимся на две команды. Смотрим. Так, смотрим, ребятки, что там такое у нас. Ой, это Джигу идет с огнями. Смотрите, давайте его поаплодируем. Что? Что такой черный? Давай, ну что, аплодисменты дайте, ребят, вам нравится или нет? Да! Ну что, Джига, прыгать будешь? Почему? А, ты боишься? А ты не бойся. Может, тебя аплодисментами поддержать? Давайте поаплодируем, он прыгнет. Давайте поаплодируем. Аплодисменты, ребята! Итак, Джига, прыгать. 3, 2, 1! Давай! Боится. Не, ребят, на самом деле Джига может подняться еще выше. Вы этого хотите? Если будете громко аплодировать, Джига поднимется еще выше. Давайте аплодисменты нашему Джигу! Не слышно ничего. Ребята, еще громче. 3, 4! Джига опускается вниз, ребята, потому что вы плохо аплодируете. Ну давайте поддержим. Давайте вас рискует жизнью своей. Без страховки. Аплодисменты, ребята! Лада Виноградова, подойди, пожалуйста. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, Жига, прыгай! Боится, да? Ребят, я знаю, что вам поможет. Ему поможет музыка, он же везде, да? Итак, будем хлопать, как музыки приготовились. Ну, скажи мне, ты песни плачет. Ну, хватит, это хватит. Я буду жить. Ребят, капитан говорит, что по левому мужскому, по левой стороне. Дельфины, скорее, скорее, скорее. На левый борт все скорее, дельфины, ребята. Вон туда, скорее. Такой расшиш, не можете? Дорогие мои, вам понравилось прыжок? Я вас не слышу. А еще хотите? Тогда приходите завтра. Вот такой вот облом, да, ребята? Так, живо, открывай сюда. Где упал? Ребята, вы представляете, Джига потерял ключ. Теперь мы сундук не откроем. Взрывать будем? У вас динамит есть? Не, я боюсь, что корабль пострадает. Я переживаю корабль. Нет, давайте сделаем так. Предлагаю поискать ключ. Поищем? Итак, сейчас. Ну что, я вспомнил. Иди сюда. Все сюда. Скорее, скорее, скорее. Я вспомнил. Когда Джига поднимался и ключ упал, я видел, кто его подобрал. Подсказать вам?
Это был дядька из майки в цветных туфлях. Вот он стоит. Ну-ка его обыскали быстро все. Под мышками, в ушах, в волосах смотрим, быстро обыскали. Мужик, трусы, держи! Так, чего, смотри, это этот ключ? Похож? Куда, ребят, вы что, вы что, невоспитанные, что ли? Так, давайте еще сделаем кружочек делаем. Так, я уверен, что вы воспитанные ребятишки. Давайте послушаем. Все становимся в большой круг, широко расходимся. Туда проходим, ребят, там место тоже есть, вот здесь. Можно сюда пройти, кто-нибудь сюда, давайте. Едем же. Джиго будет. Джиго, ты испугался тоже, да? Я тоже испугался. Ребята, если Джиго будет закрывать сундук, мы все вместе. Фу. Договорились? Итак, давайте попробуем. Фу. Так, какашки! Ну посели. Какашки. Кто какашка? Присели. Ребята, все, что находится в сундуке, достанется каждому. Верите мне? Давайте.
торопись! Я вас не слышу. Веру! Веру! Путешествие наше на большущем корабле закончилось. Теперь идем в автобус. Да, Королюська? Ой. Тебе понравилось кататься? Особенно пена-вечеринка, да? На меня смотри. У тебя даже стаканчики для пиратов, да? Пиратские.